После 10-дневного мороза и осадков, сегодня 3 ноября 2023 года, все тает на улице плюс 4. Вот такая погода. Лучше бы все замерзло, чем вот эту Мяшу месить. Это вообще... Вот вам начало ноября. Завтра праздник. Ну какова красота, какова красота. Надо же, как все замерзло, было хорошо, прям зима настоящая. И опять вот так все тает. Этот день называется на радость автомойщикам, потому что все машины снова грязные. Вот тут какая семейка Флинстоун. Ничего не боятся, кто-то крошек накрошил. Такая у нас простая жизнь. Зима, лето, осень, слякоть, снег. В магазине вовсю новогоднее настроение. Год дракона следующий. Такие красивые гирлянды. Красная цена, им 300 рублей. В Лукоплюсе. Снимать не буду. Много кошачьи, собачьи. Бананы зеленые. Я за орехами так-то пришла. Овощи, фрукты, разные продукты. Все тут есть. Манго, капуста цветная 190, офигеть. Вот орехи тут покупаю всегда. Сейчас что-нибудь наберем. Вот сколько конфет. Цены, смотрите сами, я ничего из этого не ем. Еще новая фирма какая-то, Озера или Озера, появилась, но пока не вижу ее. Вот, они были вкусные. Ну, Красный Октябрь, вкусные конфеты, съедобные, по крайней мере. Так, это моя корзина. Купила орехов с сальца. В общем, вот. Немножко вам магазина. Масло еще надо взять. Вот и контент. Давайте посмотрим, сколько стоят рожки. 45,90. Разные виды. И греча 60. Когда-то она 105 рублей стоила. В коронавирус я снимала. Ну и мука. Смотрите, 75 рублей. 45 рублей, 34, по 2 килограмма на фасованное всякое. В таком я магазине, пошлите-ка со своей корзинкой. Масло еще вот надо взять, Идеал. Кстати. Набрала полную сумку, вот такую огромную. Раз в неделю хожу. И это уже другой магазин. Ой, как это еще не знаю. Интересно ли вам будет знать, что же сколько стоит. Вот у меня полная сумка.
Сейчас все покажу. 1835 рублей. Одни только вкусняхи, есть нечего. Сало вот такое. Два кусочка. Один кусок стоит 137, другой, по-моему, 200. Очень вкусное сало. 208. Домашнее сало кантри. Называется орех грецкий. 73 рубля. Масло подсолнечное 128. Хлеб чусовской 34,99. Это вот этот хлебцы. 59,88. Сыр бельбейский 59,89. Акция, потому что у него срок годности проходит. Но еще не подошел. Так что можно есть. Манго натуральная. Вот такое сушеное. Два пакета, тоже акция, 109 рублей. Кедровый орех 199, без него я просто не могу. Купила три пачки, потому что сейчас зима наступает, и надо есть орехи вообще. Вот они грецкие. Значит, кедровый 199, 86 что ли, три штуки. Фарш обыкновенный. Вот посмотрите, какие малюсенькие. Тут даже не знаю, сколько грамм. 300. Хурма королек 90 рублей. По 129. Сырок творожный 39. Ирбит, где он у меня сырок? Не вижу. Ага, вот он сырок. Кофейный напиток, это я на работу возьму. Все. Вот вам 180. Ой, 1800. 35 рублей. Сегодня 3 ноября. Как я уже говорила, слякоть. И вот такие цены в 2023 году. А вот на утро накоплено 112 бонусов. Такая карта есть. Манго, скажу я вам, это вместо конфет. Сладкое, такое вкусное. И что там у нас, страна происхождения? Вьетнам, но сделано-то не во Вьетнаме, а в Москве где-то. Ну и сало-то сало. О. Следующий чек из другого магазина в этот же день. Моего холодного копчения. 149 рублей. Творог. 59,99. Цены 2023 года. Так, сливки где не вижу. Не достала, что ли. Масло сливочное 139. Сырки глазированные 49,99. Умот ешь называется. Сервелат 109. Тоже акция, вкусный. Хлеб стоит у нас 44,99, то есть 45 рублей. Черный, чусовской. А, бананы. Это было в том чеке предыдущем. В той куче, как говорится, в этом чеке. Так, ну и сырки посчитала. И сейчас найду сливки. Вот они, такие сливки. Кофе, в чай, омлет стоят. Это, в общем, богдановически вкусные. И получается у нас, та-дам, еще 901 рубль. Вот так вот. 1835-900. Сходила Света в магазин. Как-то так. Такие цены. Семечки стоят 100 рублей. Тоже акция. Но их тут 100 грамм, наверное. Ой, 200. Вот такие у нас, товарищи, цены. В 2023 году, ноябрь месяц. Посмотрите, какая красота. Жирненькая такая. Большая. И картошкой в мундире. Мило дело. Всем приятного аппетита.
До встречи.